совсем рядом с Хауптбанхофом, ну и с тем местом, где я живу уже не первый раз, в Вюрцбурге, Я очень люблю произношение названия города, которое мне подарили испанцы после конференции. Вюрцбург. Ну, не знают они буквы Ю, к сожалению. За моей спиной Штифтхойг. Ага. Вот две башенки, там еще купол есть. Первая барочная церковь в Франконии. 1670-91 годы. И это итальянский архитектор. Ну, собственно, из внешности я не знаю, насколько тут, в общем, видно. Ну, симпатичная такая барочная церковь. Внутри можно посмотреть фреску Тинторетто. Я постараюсь сейчас зайти. Я, конечно, не была. Вот. Но я не уверена, что она сейчас открыта. Но я постараюсь зайти и посмотреть интерьер.